Здравейте, приятели! Днес е последния и решаващ конкурсен ден на нашата програма. Втори тур – класически танци. Нашите участници ще се състезават в три възрастови категории. Ще видите солови изпълнения и ансамбли. Тази вечер журито ще реши кой е най-добрия. А до тогава вижте какво се случва на сцената. Добрый день всем! Начинаем третий день нашей конкурсной программы в рамках фестиваля Grand Dance Academy. Сегодняшний день посвящен классическому танцу. Члены нашего международного жюри. Владимир Малахов, Германия. Елена Андреенко, Россия. Владимир Писарев, Украина. Маша Ильева, Болгария. Такана Ямамото, Япония. Председатель жюри, ректор Московской государственной академии хореографии, профессор Марина Константиновна Леонова. Классический танец, второй тур, ансамбль 12-14 лет. Третий класс Московской государственной академии хореографии, Россия. Маленький минуэт. Музыка Моцарта. Хореография Миловацкой. София Писарева и Лев Тимошенко. Дуэт. Россия. Пугало. Музыка Рейнгольда Глиера. Хореография Миловацкая. Thank you.
Классический танец, второй тур, ансамбль 8-11 лет. Дарья Ловрич, Валерия Минкова, Риана Милатинова. Болгария. Минуэт. Музыка Бакерини, хореография Маши Ильи. Классический танец, второй тур, первая вариация, возраст 15-19 лет. Мила Станкова, Болгария, 17 лет. Вариация принцессы Флорины из балета «Спящая красавица». Музыка Чайковского, хореография Петипа. Thank you.
Таисия Семенихина, Россия, 19 лет. Вариация «Аврора» из балета «Спящая красавица». Музыка Чайковского, хореография Петипа. Года. Вариация «Талисмана» из балета «Талисман», музыка «Трико», хореография Гусева и Петиха. Чехия, 19 лет. Вариация «Адалиски» из балета «Корсар». Музыка Адама, хореография Петипа и Перо. Thank you.
Классический танец, второй тур, ансамбль 8-11 лет. Девочки второго класса Московской государственной академии хореографии, Россия. Тарантелла, музыка Россини, хореография Екатерины Трониной. Мальчики из второго класса Московской государственной академии хореографии, Россия. Вариация. Музыка Армсгеймер, хореография Антонова. Классический танец, второй тур, ансамбль 12-14 лет. Елизавета Коркина и Мария Анискина, дуэт, Россия, 14 лет. Классическая вариация, музыка Верди, хореография Миловацкая.
Классический танец, второй тур, возраст 12-14 лет. Софья Беломыцева, Россия. Вариации из балета «Дочь фараона». Музыка Пуни, хореография Беломыцевой. Алена Фонарева, Россия, 14 лет. Вариация из балета «Орликинада». Музыка Дрюго, хореография Петипа. Веселина Ильева выступает вне конкурса. Болгария, 12 лет. Вариация Китри из балета «Дон Кихот». Музыка Минкус. Жаль, что это было для конкурса.
Варвара Курятова, Россия, 13 лет. Вариации из балета «Фея кукол». Музыка Байера, хореография Николая Сергея Легат. Классический танец, второй тур, возраст 8-11 лет. Валерия Минкова, Болгария, 8 лет. Вариация «Принцесса Флорина» из балета «Спящая красавица». Музыка Чайковского, хореография Тани Андоновой и Маши Лени. Полина Борисенкова, Россия, 8 лет. Вариация «Феи цветов» из балета «Чиполлино». Музыка Хачатуряна.
9 лет. Вариация Амура из балета «Дон Кихот». Музыка Минкуса, хореография Петипа. Александра Босс, Россия, 9 лет. Вариация «Прялки» из балета «Капелия». Музыка Делиба, хореография Сен-Леон. Алиса Джонова, Болгария, 10 лет. Вариация «Феи золота» из балета «Спящая красавица». Музыка Чайковского, хореография Петипа. Риана Милатинова, Болгария, 10 лет. Вариация «Фей» из балета «Спящая красавица». Музыка Чайковского, хореография Петипа.
Лора Илова, Болгария, 11 лет. Вариация реки Невы из балета «Дочь фараона». Музыка Пуни, хореография Катипа. Елизавета Лусаконь, Украина, 11 лет. Вариация «Спа де Троя» из балета «Лебединое озеро». Музыка Чайковского, хореография Горского. Классический танец, второй тур, вторая вариация. Возраст 15-19 лет. Мила Станкова, Болгария, 17 лет. Вариация Китри из балета «Дон Кихот». Музыка Минкуса, хореография Петипа. Таисия Семенихина, Россия, 19 лет.
Вариация принцессы Флорины из балета «Спящая красавица». Музыка Чайковского, хореография Петипа. Наша конкурсная программа подошла к концу.